Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Scratch, и мы продолжаем с вами прохождение Kena Bridge of Spirits, или Kena Мост Духов. Это уже восьмая наша серия, и мы близимся к финалу, насколько мне известно. Так что надеюсь, вы посмотрели предыдущий эпизод, знаете, кого мы спасли, что вообще здесь происходит. А если вдруг нет, заглядывайте на главную страницу канала, там вы найдете все видео, все плейлисты. Так что смотрите, наслаждайтесь и догоняйте нас. Игра стоящая, я ее рекомендую. Ее можно приобрести на PlayStation 4, PlayStation 5 и на ПК в EGS, то есть Epic Game Store. Моя ссылочка на EGS будет в описании скоро. Поэтому, кто захочет приобрести, покупайте ее, по ней буду признателен за вашу поддержку канала. Поэтому большое спасибо. И не забываем подписываться на канал, те из вас, кто впервые у нас. Мы рады всем новичкам, добро пожаловать. И прожимайте лайкос, пишите комментарий, делайте репосты в социальные сети, это тоже очень здорово. И, конечно, не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропускать продолжения, новые серии, новые стримы и так далее. Поэтому надо врубить уведомления. И в том числе хочу сообщить вам о том, что у нас есть второй YouTube-канал, который называется Vanguard Games. Он сейчас начинает свое развитие. Там будут выходить видео только в 4К, в высоком битрейте, только видео, потому что стрим не может передать такое суперкачество. Вот, на оригинальном языке, соответственно, HDR, Ray Tracing. В общем, все топовое, ультра-классное. Так что рекомендую вам заглядывать, смотреть и подписываться на канал. Вы там нужны, ваша поддержка очень нужна, так что не забывайте. Напоминаю еще раз, ссылка в описании к данному видео. А сейчас продолжаем. Нам сейчас осталось по факту попасть сюда. Но для этого нам надо барьеры духов снять. Портал. Ну, пошли. Я уже готов. Только вы знаете, сейчас это барьер мы сняли, а вот это что? В каком смысле портал? Это портал как обычный портал или что? Надо чекать. Ну да, видите, я не могу сюда пройти, но при этом указано, что здесь портал. И тут портал, и там портал. Короче, ладно, бежим на гору. Нам туда. Напоминаю, что я играю на PlayStation 5. Со всеми вибрациями, курками и так далее. В принципе, прикольно. На второй канал я потом выложу видос с ПК-версией. Мне его, кстати, дали. Вот, насколько мне сообщили. Честно, еще не проверял. Вот, но запишу там с HDR на ультра-настройках прям. Сможете потом сравнить. Думаю, это видео будет завтра там. На втором канале. Так что обязательно проверяйте. Нам сюда. Телепорт. Опаньки. Сейчас что будет, махач? Ты далеко зашла, проводница духов. Но что ты на самом деле ищешь? Что ты прячешь? Для чего ты здесь? Я ощущаю твое истинное намерение. Ты делаешь вид, что заботишься об этих духах, но на деле ты служишь только своим интересам. От меня тебе свою слабость не скрыть.
Папа! Папа! Папа, ты где? Ты не можешь здесь оставаться. Папа, я хочу домой. Мой папа пропал. Поможешь мне его найти? Не тревожься. Мы можем поискать его вместе. Это его посох. Он не сможет попасть без него домой. Можешь понести его за меня? Не торопись. Ты прошла долгий путь. Переход в иной мир — нелегкое дело. У Тоси особенный дух, гораздо сильнее остальных. Он сумел вытолкнуть меня из своих воспоминаний. У Тоси необузданная сила, но не она причиной твоей неудачи. Оскверненные духи черпают мощь из противоречий, раздирающих нас. Отец рассказывал мне о священном горном храме и о его связи с владениями духов. Когда я лишилась отца, я отправилась на поиски храма в надежде, что я смогу лучше помогать духам. Я всегда знала, что он умер. Но мне казалось, что если я сумею помочь многим духам обрести покой, он увидит меня и будет гордиться мной. До тебя сюда приходили и другие проводники духов, и все они потерпели неудачу. Твой отец гордился бы тобой, тобой, какой ты стала. Тоси не смог примириться с судьбой, уготованной нашей деревне. Он уничтожил священное существо и разорвал природный цикл наших земель. Похоже, Тоси спрятал свои реликвии во владениях духов. Тебе нужно перебраться на ту сторону, чтобы их отыскать. Ищи порталы в деревне. Рывком проходи сквозь них. За ними находится владение духов. Так. Удерживая щит, нажмите R1, чтобы совершить рывок. Используйте рывок, чтобы уворачиваться от атак и проходить через врата духов. Ладно. Ну что ж, я не знаю, если это будет последняя серия или еще одна будет. То есть, за сколько серий мы, в общем, добьем этого Тоси. Но посмотрим. Будем сейчас не отвлекаться, чтобы накал сохранять. Так, не, я трогать вообще не собираюсь. Надоели мне сражения. Походу, как бы сюда, но вроде не сюда.
А, вот. И сюда можно. Опять долбанная колдунья. Что ты творишь, женщина? Ах, твою ж налево, я чуть не... Я сейчас сдохну. А ничего то, что я про этот навык вообще ничего не знаю. Но меня сразу им фигачат. Да ёперный бабай. А теперь сдохни. На. Ух ты. Стреляй. Да сколько же этих? Охренеть. На. Все, готов. Есть. Так, что у нас там? Опустить объект. Ладно, понесли. Я хз, куда его надо? Надо посмотреть сейчас. Может, сюда? Что у нас тут-то? Тут-то ничего. А тут? Они по лестницам ходить умеют, интересно? На Мейдус... Нет, понятно. Сюда только я могу зайти. Так. И для чего я сюда забрался? Вот бы понять. А, вижу. Я лезу куда-то очень высоко. Ладно, это я возьму. Ой, я думал, я выживу. Сколько раз так прыгали. А в итоге сдох, ладно. Ладно, ладно. Все, норм. Так, это мы берем. И тащим куда-нибудь сюда. А, я увидел, куда это надо. Туда. Давай, 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 давай. Ножками. Двигаем, 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 двигаем. Ну, прикольно, они согласны? Отлично. И куда это я пришел? А, понятно. Ух ты, красота-то какая. О. Только вот вопрос, куда мне надо? Опять. А колесо? Что ж с колесом?
Ладно, сейчас туда спустимся, если что. Умри. Готов. Все чисто. Так, погодите, это еще один портал. А что там? Где колесо было? Хотя, ладно. Потом туда сходим как-нибудь. Хотя, блин, нет, ну вот мое любопытство терзает меня. Надо сходить сразу. Бегом, 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 бегом. Так, вот оно. Это колесо. Просто раз... Черт. А, это просто долбанные кристаллы? Ради них я пришел? Я думал, туда пройти надо как-то. Ладно, валим. Нам сюда. Уф. А тут у нас опять булыжники, да? Ладно. Главное не утонуть, пока прыгаем. Ладно. Что происходит? Ладно, я понял. Стой, стой, стой! Так. Главное успеть, главное успеть. Ух! Все, успели. Хорошо, идем нормально. Так, тут алтарек. А тут опять махач. Ладно, быстро разносим их. А что это за синий? Ты кто такой? Как с тобой драться? Я не понимаю. Да как с вами драться? Может так? О, сработало. Как-то, как я догадался, вообще не понял. Ну, как-то догадался. Ладно, быстро их берем. А что тут встал вообще? Все, теперь этого. Ох ты! Ждал так долго, чтобы на меня напасть? Все. Все, проход открыт. Наверное, это была мастерская Дзадзюро. А вот эти инструменты похожи на те, что он носит. Ладно, это я возьму, раз я здесь. Еще одна шапочка, маска точнее. Маски, которые я создаю, помогают только духам, которые нас покинули. Твой долг перед теми, кто остается здесь. Боюсь, что ноша вождя деревни со временем становится все тяжелее. Ясно. Слезы нам сейчас вроде как не нужны, не? Да, еперные бабы, ща как шарахнет.
И я опять куда-нибудь улечу. Так, стоп. Это я где? Чё-то я чуть-чуть не запутался, если честно. Так, нам сюда. Давай, крапкайся. Телепорт. Ага, алтарь. Окей, давай, берем. И сюда несем. Потом берем. Потом берем это. Что происходит? А. Все, теперь берем это. И ставим сюда. А третий алтарь где? А, все, вижу. Все, берем это. И ставим сюда. Какие-то огоньки загорелись. Может, я не туда поставил? Ну, мол, это должно туда идти, а это должно сюда идти. Так, тащите сюда. Ну хотя бы с одной я угадал. Теперь мы хотя бы знаем, какие правильно. Да, я правильно так и понял. Ладно, сразимся. Ух ты. Ух ты. Да твою. Слышь, ниндзя. Где ты? Что ж ты такой живучий-то, а? Ух ты, ух ты, ух ты. Ах, нет. Сколько ж ты ударов наносишь? Где ты у нас? Опаньки. Так, хилочку. Где ты? Из льда делай, да? Да, еперно. Черт, я сам прыгнул на это.
сдохни. Черт. Все. Итак, мы так, я так понимаю, что мы получили с вами только что первую реликвию из трех опять, да? Обнаружена реликвия Фимиам. Окей. Я знал Тоси еще когда он был мальчуганом. Я наблюдал, как он дорос до вождя. Он глубоко заботился о нашем народе, но мы потеряли столько людей, что это подвигло его на ужасные деяния. Окей. Ну, что сказать? Shit happens. Дерьмо случается. Ладно, мне куда? Тут телепортик как бы есть, а то как-то бежать тут уж как-то слишком дохрена. Ну вот, что я хочу сказать. О! Этот мне пригодится. Бэмс. Окей, ладно. Ищем телепорт. Еще разок. Пройдемся здесь. Здесь я вроде ничего такого не вижу. Я, конечно, вижу снег, но прыгать мне здесь как бы противопоказано. Я разобьюсь нафиг. Мы это уже убедились в этой серии, что... что наша Кена не бессмертна. Вот телепорт, отлично. Хорошо, куда мне надо? Где тут ближайшая точечка? Вот сюда пойдем. Деревенский причал. О, сакура. Красиво. Тропа воина. Ну хорошо. Пошли. А, в чем прикол? Я их сам призвал? Я что, садюга? В чем прикол? Опять последовательность, что ли? Понятно. А, все, я понял. Первый, второй, третий. Надо смотреть на звезды. Все, пошли. Ладно. А, они все-таки понятно. Я просто не видел. Они тогда не блестели, когда я на них смотрел. Все.
Да погоди ты, не бей меня со спины, я видишь, сражаюсь. На. Все, с этими разобрались. Еще один портальчик. Ладненько. Так. Ну, чё-то я как-то это... Не совсем понимаю, что тут надо делать. Допрыгнуть, что ли, надо? Нет. А, все, понял. Я, конечно, может, дурак, но... Да, я дурак. Ну, надо было проверить. Ладно. Не понял. Почему не сработало? Что происходит? Ага. Типа надо все активировать. Да блин, сколько же вас? Ладно, понял. Пофиг. Пойдем здесь. А, нет, ошибочка. Я все понял, теперь как надо. Тут надо по кругу пройтись. И быстро здесь успеть залететь, поняли? Поехали, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, и побежали. Все. Ух. И куда это мы пришли? Ладно, вот ненавижу я лучников. Я смог? Нет, не смог. Черт. Еще один проход. Ладно. Не, так я туда не допрыгну. Надо вот это тащить. Давайте, несите. Так, одну звезду я вижу. Ребят, вы что натворили? Как я на этом должен стоять? Ну чё вы, а? Ну чё вы творите? Стоп. Вниз. Все, так и останется. Так, ладно. Это третья. Вторая слева, третья. Первого. Я так думаю, тогда вот так. Да, угадал. Ну, либо наоборот было бы, и все, пофиг. Несложно.
Хорошо, теперь что у нас? Мне почему-то это напомнило Kingdom Hearts. Уровень мира Геркулес. Там, где на Олимп мы карабкались по стене. Не знаю почему. Но какое-то сходство, мне кажется, есть. Вон Сакура, вон она, видите? Ну, поехали. Так, что мне надо сделать? Давай, 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 давай! Черт. Вы куда там смотрите? На мой труп? А, блин. Они не вовремя, точнее, не всегда вовремя, да, мигают, чтобы я понимал, что там происходит вообще. Вот. А то так гадай под... Ой, блин, ладно, прыгаем сюда. Все, выбрались. Все. Сейчас будет бой. Да. Я к нему готов. Давайте. Бейте в гонг. Тыщ! Поехали. Черт. Ты что, собственность сломаешь? Я же блок поставил, алло. Ух ты. Черт, малыш. А у ворот... А, это взрыв был, я понял. Вообще-то я ставил блок. Опять. О, прости, я тебе шапочку... Я тебе шапочку снял. Да что ж такое? Отлично, попал. Хороший удар. На, блин, кстати, надо было этим ударом раньше, наверное, пользоваться. Я просто не знаю, как давно он у меня есть. Он мощный. Итак, у нас второй талисман, реликвия. Нужна третья. Есть большая вероятность, что мы в этой серии закончим игру. Даже если, допустим, будет эти серии не час, а час 10-15, я думаю, это будет финальная. Герб деревни. Потому что здесь идет все быстро. Хиляемся. Ну, слушайте, тленышей я доведу до 65. Мне так кажется. Ладно, что ты мне скажешь? Многие, кто вставал на путь самосозерцания, звонили в этот колокол в надежде получить напутствие от наших предков.
Пока деревня едва выживала, Тоси нашел здесь новые ответы. Ладно, мужик, я тебя понял. Не буду интересоваться, что за ответ он там получил, это меня не касается. Дела семейные не лезу. Так, ладно. Вопрос в том, где телепорт. Нам нужно к последнему порталу. А, вот он. Поехали. Потом его сразим, этого чувачка. Портал. Так, нам сюда. Потом там к мосту вроде, да? Вот сейчас направо или когда направо? Да, сейчас. Ладно, а мост мне как опустить? Я просто нифига не вижу. Блин, портал где-то. Может, через то место перейдем. Успешней. Согласитесь, такая деревенька прикольная. Прям объединенная с природой. Мне прям очень нравится. Может, даже я в такой бы пожил бы. Кто знает. Вот здесь мост можно опустить. Давай. Поберегись. Вон портал. Только давайте без боев, ладно? Я сейчас не хочу драться с вами. Я хочу пойти по сюжету. Тропа охотника. Ну, так как мы уже опытные бойцы, я думаю, здесь мы сейчас по-быстрому все чики-чики. Все побежали. Бежим. Бежим, 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 бежим. Ух, успел. Отстань, отстань, отстань! Скотина. Готов. Еще. Готово. Просто, да, сюда забежать можно? Тут нет ничего такого супер стоящего, да? Ладно. А это что за полосочка? Ладно. А, ловушка просто. Ну, понятно. Тут куда? Ага. Хорошему нам сюда. Так. Сюда. А теперь поразносим их всех.
Здорово, друг, соскучился. От тебя я ушатаю? Нет, не ушатаю. Да, блин, куда ты? Отлично. Теперь ушатаю. На. А, ко мне бегут. На. Хитро придумал, да? Все. Бежим дальше. Тут просто ничего особенного нет, поэтому смотреть даже не на что. Поэтому просто идем. Давай, 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 давай. Уф. Пришли. Сейчас здесь будет бой. Ну да, здесь будет бой. Да, видите, рога. Мы пришли. И тут телепорт. Только вот это что? Тут кристаллы? Какой только первый? Вот он. А, вот здесь надо брать повыше, да? То есть что, я тебя буду только луком мочить? Черт. Просто стой на месте, пожалуйста. Понял. Черт. Где ты? Да, блин. Беру. Да что ж такое? Ух ты. А я же нажал блок. Блин, хилка, 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 хилка. ХП я снял. Быстрее. Блин, этот прием, когда я ну вот это даже делаю рывок, он просто сносит бешеное количество хп. Это прям имба скилл. Почему я про него не знал? Так когда ж ты упадешь-то? Во.
Освободите Тосси с помощью реликвий. Ну пошли, освободим. Гарпун. Вот, 4-й уровень. Доступна новая шляпа для тленышей. Богатая шляпка. Эти статуи стояли здесь задолго до появления нашей деревни. Учения древних племен созданы, чтобы помочь будущим поколениям в понимании природного равновесия. Мы не понимали их значения, пока не стало слишком поздно. Хорошо, дедушка. Я тебя понял. Только мне сейчас надо одному челу навалять по заднице. Ты уж подожди меня, пожалуйста. Пошли в зал вождей. Я готов отомстить. Иди ко мне. Проводница духов, твоя воля сильна. Сила горного храма принадлежит мне. Я забрал ее, чтобы спасти свой народ. Тосси, пора. Пойдем и вместе восстановим твой дом. Желаешь со мной сразиться? Так приди. Окей. Что? Это ты как делаешь? Ох ты. Блин. На. Имба скилл работает. Только бы еще работали мои маленькие... Мои маленькие... Гнильцы. На, по заднице. Куда ты... О, я его застанил, то есть он хотел что-то сделать мощное. Норм. На. Беру хил. Блин, забыл. Нет, все равно. Черт. Добью его сейчас. Я успел заблочить? Да, успел. Ха-ха-ха, соснул, да? Черт. Где он? А теперь добьем его. Когда тленыши собираются вместе, они способны на многое. Но я встречался с ними и раньше. Ты думаешь, что знаешь этих созданий? Я покажу тебе их истинную природу.
сразу босс. А вдруг те монстр, тот монстр это был, были вот эти мои гнилушки. Только их было дофига. Храм священной горы. Вступите в бой с Тоси. Горным, что там? Не успел прочитать. Ладно, пошел я спасать своих гнилушек. Воу. Горный храм. Слушайте, красиво. Как у дизайна здесь просто бомбический, феерический. Я бы еще матерное слово сказал, но я думаю, ему не все одобрят. Вот. Ну, блин. Просто мультик. Верни моих гнилушек, засранец. Это что за покемон? Черизард, это ты? Оскверненный бог тлена? Это бог чернушек? Успел. Погоди, 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 дай попроще ударю. Что происходит? Бегом. Да, блин. Бах. Блин, сколько же тут. Давай, давай. Попал. Попал. Бах. Все, с этими разобрался. Так, ты прыщавчик. На. Скотина. Отлично. Еще один удар. Тормозим. Видите? Куда дальше? Есть. Далековато, конечно, но это то, что надо. Ах ты! Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты.
Да, блин. Черт, я не успел. Не сообразил. Просто не сообразил, что надо было туда это кинуть. Ладно, пофиг. Все равно хорошо идем. Все. Все. Есть. Бам. Прыщавый опять. И куда мне стрелять? Уф, успел. За что гасить-то его? Черт, блин. Я его не вижу. Надо сюда вернуться. Твою налево. Где твои прыщи? Что творить-то надо? Я ни хрена не понимаю. Ух ты. Да как мне тебе сейчас бить-то? Во. Так что сейчас от меня надо? Давай. Вон еще одна палка. Блин, оказывается, их три. Черт. Да где ж ты?
Черт, она сзади была. Не видно, надо... Блин, с этой стороны к нему подойти в следующий раз. Чтобы его шлепнуть. Вон, видите, стой. Давай, давай. Да я же увернулся. Блин, засранец. Давай. Опять он? Наши предки доверяли силе горного храма. Его воды питали нашу деревню, дали нам жизнь. Укрепляли нашу связь с владениями духов. Я не мог понять, почему он решил нас предать. Наш дом разрушался, и люди ждали, что я смогу им помочь. Я не сумел помочь своим людям. Мне оставалось только смотреть, как из деревни утекала жизнь. Значит, мы ничего не должны делать? Тебе нужно действовать. Это существо связано с равновесием этих земель. Его присутствие, голод — все это часть естественного круговорота. Земле нужно время для исцеления. Нам нужно перевалить через горы. Пора искать себе новый дом. Вера в старые традиции ослепила тебя. Веди наш народ, и он за тобой последует. Задзюро, у тебя есть сила все это остановить. Мы должны его изгнать. Тоси, убери этот посох. Я положу конец этим страданиям. Почему ты нас караешь? Почему? Что мы сделали? Отвечай! Скольким еще придется умереть? Почему? Скажи! Не отворачивайся от меня. Слушай меня.
Мы посвятили тебе наши жизни. Ты нам не нужен. Довольно. Дзадзюро, как ты сказал мне, что перемены — неотъемлемая часть жизни. Он понимал предназначение бога тлена. Страх охватил меня, и я уничтожил нечто прекрасное. О, если бы я только послушал Дзадзюро, как много жизней удалось бы спасти. Прости, Тося. Нам не предназначено испытывать так много боли. Для нас естественно горевать, но горе способно заточить нас в клетку, изменить нашу сущность. Твои мучения длились слишком долго. Ничто не изменит того, что здесь случилось. Тебе нужно простить себя, чтобы земля смогла исцелиться. Пойдем, Тоси. Наше время в этом мире истекло. Прощай, Кена. Остался только один дух, которому ты должна помочь. Помедитируйте в горном храме. Помочь самой себе? И отпустить отца? Прощай, малыш.
Кена, мост духов. Слушайте, ребят, музыка в этой игре прям, ну, вот меня лично за душу прям цепляет. Вот как-то проникает глубоко-глубоко, и музыканты отработали прям вот на 10 из 10. А что я могу сказать, пока у нас идут титры? Чуть-чуть поделюсь своим впечатлением, и на этом наша серия закончится. Для тех из вас, кому это не интересно, просто хочу сказать спасибо за просмотр. И не забывайте подписаться на канал, прожать колокольчик и поставить лайкос. Пишите комментарий, как вам игра. Давайте сравним с моими позициями и мнением. И делайте репост в социальной сети. То, что, насколько я знаю, мы вроде первый, кто вообще-то прошел. И у нас будет игрофильм по данной игре. А так, что я могу сказать про Кена? Мне игра понравилась. Это первый проект вообще. Первый проект Ember Lab. Они еще до этого не делали игр. И я считаю, что очень достойно. То есть потенциал у ребят гигантский. Команда небольшая. Сделали такую игру. Первую. Классная музыка. Шикарная графика. Тоже очень крутая, цепляющая. В общем, очень здорово. Дизайн, я вообще молчу. Вы слышали, сколько раз я по ходу прохождения восклицал. Насколько все очень красиво. Вот. Единственное, к чему я могу придраться, это немножечко геймплей, да, то есть вот репетитивность боев, да, врагов разных достаточно, но сама механика боев, она такая ограниченная очень, и поэтому она начинает приедаться немного потом, поэтому вы помните, я говорил уже в последней там 1-2 серии, что я не хочу собирать сундуки и участвовать в боях, потому что, ну, надоело, да, я лучше буду в сюжетных боях участвовать, чем вот так еще больше, так сказать, их фармить. Вот. То есть у меня такая только претензия, наверное, к игре, чтобы они в следующий раз на следующем проекте доработали этот элемент. Кстати, кто из вас хочет увидеть Кена 2, не факт, что она будет, потому что разработчики сказали, что они изначально планировали Кену как завершенное произведение, и маловероятно, что они к нему вернутся. Вот. И по концовке, в принципе, мы это как бы чисто теоретически видим, да, что Кена, допустим, дух, и она ушла с миром, да? Вот. Но в любом случае, хочется, чтобы в следующем проекте Ember Labs геймплейная механика была доработана и более разнообразная. С графикой у них все хорошо, с анимациями тоже, поэтому я в этом вообще у них не сомневаюсь, как и с музыкой. Вот. И в принципе интересный сценарий был. Да, ничего такого прям, может быть, уникального в плане истории. Но она достаточно интересная, она цепляет. Вот, и тебе хочется следовать и исследовать ей и ее. Вот. Поэтому я в целом реально доволен проектом. Я ему поставлю 8. А если считать, что это первый проект вообще у ребят, вообще в жизни, то 8,5 баллов. Я считаю, они молодцы, достойно справились, не зафейлили. И игра стоит всего сколько? $40, да? В рублях 2300, кажется. И я прошел ее за 8 с лишним часов. Ну, 8,5. Если исследовать остатки карты, вот этих деревенек, открывать все, то у вас выйдет прохождение на 10-12 часов. И это реально тоже очень хороший показатель. Поэтому, видите, даже титры уже кончаются. Маленькая студия, мало кто участвовал в этом. Поэтому я считаю, что своих денег игра стоит совершенно заслуженно. И хорошие оценки она получила тоже совершенно заслуженно. Спасибо за игру, спасибо вам за эту чудесную игру, дорогие разработчики. Спасибо всем, кто был со мной, кто посмотрел все полное прохождение. Мы за сутки прошли. Вот. Надеюсь, вы довольны. А с вами был я, Scratchit. Пойду делать для вас игрофильм по данной игре. И увидимся с вами уже в следующих прохождениях. Не забывайте подписываться на второй мой YouTube-канал, который называется Vanguard Games. Ссылочки в описании к данному видео. Там я вас жду, вы мне нужны. Поэтому, если даже вы не особо заинтересованы, хотя бы поддержите, потому что для меня это очень сильно важно. И я буду очень признателен вам за помощь. А так, до встречи. Пока.